пережил транспорт в Великобританию. Ну как великую? Одно название, когда империя, да без колоний, то как веселье без алкоголя. Нет империи без колоний, без заморских территорий, и не процветают страны без захватов, без обманов. Богачом никто не станет, кто работает руками. Да что говорить об этом, вы все знаете и сами. Теперь другая в мире экономика. Теперь туземцам просто так не втулишь слоников. Ребята ушлые берут лишь нужное, соль, спички, ну а главное оружие. Осознав себя народы от всей собственной души, а получить свою свободу помогли им калаши. Хоть война опасна где-то, но другого нет сюжета. Трудно жить без пистолета, сами знаете все это. И вот сэр в Англии пришел за фруктами. Простите, сэр, бесплатно хер, платите фунтами. Их бывший слег народ под бабабами, а с пальмы сами в рот бананы падают. Так и падают бананы без обвеса, без обмана, и никто с тебя не спросит содержимое кармана. И в виду они имели эти развитые страны, если здесь на самом деле ешь кокосы, жуй бананы. А в центре Лондона, в кафе на улочке, 2 фунта кофе, 3 фунта булочка, а где-то далеко, в их бывшей Индии, коров не резано, зажрались, видимо. И едят все в бывших странах крыс, червей и тараканов, всяко поросли, скотина, все свежак, все витамины. Тот, кто в пище не брезгливый, будет сытым и счастливым, ведь говно всегда бесплатно, да, ну, в общем, и понятно. В этой нынешней конфигурации загнет плантаторов на их плантации. А кто не верит мне, смотри историю. Сама Америка была колонией. Кто-то там, кого сегодня взял и трахнул в подворотне, после завязались связи. А это путь из грязи в князи. Вот на стадионе города сидят в ложе, держи морды. А ты посмотри спокойно, кто играет в их сборной. Нет империи без колоний, без заморских территорий, и не процветают страны без захватов, без обманов. Богачом никто не станет, кто работает руками. Да что говорить об этом, вы все знаете и сами.